говорю, истории не мои. Сегодня я буду их рассказывать. Первая история. У меня был кот Басик. Я всегда его оставляла у своего друга, когда мне надо было куда-нибудь по делам. После многочисленных таких поездок я подумала, а где, почему мой кот не отзывается на кличку Басик? Я подумала, что что-то здесь неладно. Когда мой друг пришел в гости, он кричит: «Беляш!» И мой кот с обеих ног бежит к нему. Так я поняла, что теперь моего кота зовут Беляш. История вторая. Возле моего дома был ларек с канцелярией. Я не могла себе позволить эту канцелярию, но поглазеть любила. Когда я возвращалась домой, я увидела дело, что дедушка обронил кошелек. Я ему его отдала. Он поблагодарил меня и сказал, что там были все его деньги. В следующий раз я решила выпросить у мамы денег, потому что я хотела купить этот блокнотик. Он был очень красивый, с плотными листами. Прихожу, а его нету, а он оставался один. Иду домой, вся расстроенная. Вижу, встречаюсь с этим дедушкой, а он мне дает шоколадку и этот блокнот. Добро возвращается. И вот еще хочу выделить свою благодарность Мяу Киса. Это хороший такой мой подписчик, который всегда может за меня постоять, потому что у меня очень много хейта. Да. И, кстати, у меня день рождения 7 апреля. Пожалуйста, давайте наберем 130 подписчиков до него. Я попытаюсь делать больше видео, а сейчас пока мы с ним могу это делать, потому что не хватает времени. Надеюсь, всем было интересно. Всем пока и до свидания.